Вітаємо всіх телеглядачів та прихильників спорту. Сьогодні ми поговоримо про спортивний рух та спортивні досягнення студентів та викладачів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. У нас в гостях завідуючий кафедрою фізичного виховання та спорту університету, заслужений тренер України Олександр Яцюнський. Вітаю вас, Олександр. Добрий день. Добрий день. Олександр, перше питання, звичайно, поговоримо про студентський спорт і найвищі досягнення студентів вашого університету. Ну, мне хотелось бы вернуться в историю буквально в течение там нескольких секунд. 20 лет назад у нас в НКИ тогда был один чемпион мира, это Дима Баин. Он неоднократный чемпион мира по акробатике. Кстати, он уникальный молодой человек был, он учился отлично и был чемпионом мира. Вот, и все его знали, и, в общем-то, это была наша гордость. Но с тех пор утекло много воды. В 1997 году я пришел на заведование кафедрой физического воспитания. Она тогда так называлась, мы ее быстренько переименовали, сделали ее кафедрой физического воспитания и спорта. То есть сделали уклон еще на спорт и спорт высших достижений. Вот. С тех пор я сразу начал заниматься проблемами лицензирования своей специальности, которой сейчас уже 14 лет, это олимпийский и профессиональный спорт. Вот. Ну и, в принципе, появились сразу же результаты приличные. То есть в 2004 году, это нашей специальности было только 3 года, она в 2001 году была лицензирована. В 2004 году в Афинах наш студент Белоущенко стал бронзовым призером в гребле академической. Сергей Белоущенко, стал бронзовым призером Олимпийских игр. 2008 год сразу принес нам 2 золотых медали, это Елена Хамровая и всем известная Оля Харлан. Вот. То есть это был самый успешный год. 2012 год. Да, потому что это фехтование на шаблях. Да, тоже Оля Харлан, бронзовая медаль в личном зачете, командных соревнований не проводилось в Лондоне. Вот. Это единственная медаль была в области. И она принадлежит нашей студентке, она у нас учится и сейчас учится, Оля Харлан. Вот. Теперь вот будем ждать Рио-де-Жанейро, да. Но об этом я чуть позже поговорю. Значит, на данный момент вот закончилась 12-я летняя универсиада Украины, в которой принимало участие где-то порядка 350 вузов. Значит, наш университет выступает по группе вузов, по пятой группе вузов. Там все зависит от контингента, чтобы это было ясно. Контингент до 10 тысяч учащихся. Значит, там порядка... заявилось на универсиаду по этой группе 38 вузов. Мы заняли первое место нашим вузом с результатом 2022 очка. Вот, для сравнения могу сказать, что второе место занял Хмельницкий национальный университет с результатом 725 очка. А что радует, это то, что третье место в нашей подгруппе занял Черноморский государственный университет. Это прогресс, очень приличный прогресс. Наш университет имени Петра Могилы. Петра Могилы, да. 638 очков они набрали и заняли третье место по нашей группе, в которой было заявлено 38 команд. Серьезное достижение. Да, это очень серьезное достижение. Правда, на нашем фоне оно немножко теряется, потому что 2022 очка и 638, то вы понимаете, да? Но что, в общем-то, приводит к унынию, так это выступление Национального университета педагогического Сухомлинского. Они набрали всего 311,2 очка и заняли 17 место. Но в сумме эти очки, набранные тремя вузами, дали третье место команде области, которая выступает по второй группе областей, вот, и занимает третье место в этой группе областей. 10 команд, но сейчас Крым выпал
осталось 9 команд, то есть Николаевская область заняла третье место на 12-й летней спартакиаде. После этого была Всемирная универсиада в Корее, на которую мы от нашего университета посылали 4 человек. Я объясню, почему 4. На прошлой универсиаде у нас было 16 человек, и была завоевана одна золотая медаль Оля Харлан, 2 серебряных медали, гребля академическая, Буряк Лена и вылетела фамилия, и Халязников Антон, вот, и 3 бронзовых медали. В этом году мы посылали 4 человек, это связано с тем, что мы посылали этих людей за свой счет, за счет университета. Это примерно где-то 120 тысяч гривен мы затратили на то, чтобы отправить этих людей. То есть это благодарность нашему ректору, нашему руководству, почему? Потому что иначе бы мы не смогли. А в принципе у нас претендовать должны были порядка 20 человек на участие во Всемирной универсиаде. Но вот это вот финансовое... Брат Костів? Да. Да. И они не поехали, на жаль. Они не поехали. Можливо, они завоевали и нагороды. Конечно, я не сомневаюсь, что у нас бы были еще медали. Ну и тут, в принципе, еще что нам немножко противодействовало, это то, что в одни сроки проводились первые европейские олимпийские игры в Баку, где у нас были задействованы тоже наши студенты, та же Харлан Оля, та же Юлия Казаринова. Бадминтон. Тоже, да, тот же Гривко, тот же Буц. Вот. Оля Савченко, да. То есть из 6 человек, которые представляли нашу область в Баку, 5 были наши. 5 человек были наши студенты. Вот. И там медали, золотая медаль у Харлан в команде «Сабля». У Казаринова в кроссе зупинилась от медали. Одні четверті вони програли, на жаль. Да, вони стали п'ятими. А Андрій Грівко завоював серебряну медаль. Андрій Грівко, а Коля Савченко став сьомим. Вот, теж немножко він там... Ну, споткнулся, будем так говорить. Он... Дуже серьезный результат. Но он выигрывал у этого поляка, он выигрывал до этого, выигрывал очень сильно выигрывал, то есть с явным преимуществом. Видно, переоценил свои возможности, но это бывает в спорте. Вот, поэтому вот такие вот, вот эти две накладки, они, в принципе, нам не дали полноценно выступить на Всемирной универсиаде. У нас поехало 4 человека. Вот, Юра Цап завоевал серебряную медаль в фехтовании на саблях. Вот, Мамонтова не попала в финал, ни в личном, да, тоже саблистка, вот, ни в команде. Ну и, в принципе, 2 гандболистки у нас поехали, они тоже, они заняли 7 место, там 3 игры они выиграли, 3 проиграли, но не попали в финал. Я считаю, что, в общем-то, неплохо, если учитывать ту ситуацию, которая вообще сейчас сложилась в стране. Ну, вы же понимаете, что мы в состоянии войны, да, поэтому... Дуже добре, що студентський спорт набирає обертів, що студенти займаються як у різноманітних секціях, так і, звичайно, на професійному рівні вони досягають серйозних успіхів. Все ж таки, Національний університет кораблебудування – це також і дуже серйозний викладацький склад співробітників університету. Вони також займаються спортом. Я знаю, що вони залюбки беруть участь у спартакіаді вишу серед викладачів та співробітників. І наразі ми бачимо сюжет саме про ці змагання. Майже 50. Працівники університету змагаються у спартакіадних баталіях. І кожного разу вони власним прикладом доводять, що спорт в їх житті відіграє важливу роль. Они приходят свободное от работы время, им определено время в зале там 3 или 4 раза в неделю. И полный зал можно вот прийти, посмотреть, понаблюдать, это здорово. Эта спартакиада, она у нас возводится в ранг Олимпийских игр, то есть здесь такие баталии не шуточные. Цьогоріч на спортивній арені традиційно вийшли всі 7 підрозділів університету. І традиційно ж фаворитами в окремих видах спорту вважаються переможці минулої спартакіади. Але і суперники без бою не здаються. Хочу сказати, що всі дуже стараються, всі хочуть побідити.
Все у нас такие спортивные преподаватели, хотя все разная возрастная категория. Все очень стараются, и соревнования приходят на высоком уровне. Борьба идет. Первый вид уже закончился у нас – волейбол. И как в волейболе, кто выиграл, кто стал призером? Первое место у нас занял гуманитарный институт, второй – институт автоматики и электротехники, третье место – кораблестроительный институт. Бадминтон в спартакиадной программе займает особое место, адже ректор Национального университета кораблебудования академик Сергей Рыжков с детства не разлучается с ракеткой и валаном. Майстер спорта Украины, он очолив команду административно-керуючого аппарату, которые также играют. Кандидат у майстри спорту Сергей Рыжков-молодший та майстер спорту международного класса Ирина Колоскова. Сам керівник університету, як на майданчику, так і поза ним, завжди знаходиться у доброму гуморі. Те, що наша команда зробить, це вона зробить все можливе, що залежить від неї. Але я хочу сказати, що багато інститутів, факультетів виставили дуже серйозні команди. Тому ми будемо боротися, але переможе сильніше. Хто стане чемпіоном спартакіади, вирішувалось у грі між командами адміністрації університету та Інституту комп'ютерних технологій. Інтрига тривала протягом одиночного чоловічого протистояння, в якому зійшлись Сергій Рижков-молодший та Володимир Середа. Серйозної боротьби не сталося. Сергій впевнено переміг і вивів свою команду на перше місце. Ігра хороша, побідів сильніший. За що чого побідів? Молодості, опиту, мастерства. Що тобі не хватило? Може, більше желання не хватило. Желання побідити. Ну, получив удовольствие від гри. Ты получил удовольствие от игры? Ну, в общем, да. Сегодняшняя победа нашей команды еще раз показала тот спортивный энтузиазм, который есть у каждого из нас. И надеемся, что дальнейшие игры в спартакиаде по другим видам спорта будут такими же результативными. Еще раз всех поздравляю с нашим событием спортивным спартакиада и желаю всем успехов в дальнейшем спортивном состязании. Ми вітаємо адміністрацію університету з перемогою в турнірі з бадмінтону. Всім же учасникам спартакіади бажаємо завжди бути у відмінній фізичній формі. Сергій Разумяк, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Олександр, чесно, що ефір, на жаль, вже добігає завершення, але наостанок декілька слов про спартакіаду і про викладачів, які займаються спортом. Ну, что я могу сказать? Спартакиада проводится в 50-й раз, то есть это 50-я спартакиада, 50 лет подряд она проводится. Вот. Если проводится еще в каком-то университете Украины 50 лет подряд, то я могу сказать словами одиозного рашистского телеведущего Дмитрия Киселева, не думаю. Отже, наша программа добігла завершення. Сегодня мы поговорили про спортивный рух и спортивные достижения студентів та викладачів Національного університету кораблебудування. Дякую нашому гостю Олександру Яцунському, завідуючому кафедри ФВС університету. Також дякую всім вам, шановні телеглядачі, за те, що нам довіряєте. І залишайтесь на спортивному ефірі телеканалу «Миколаїв» і надалі.